У копейчан появилась отличная возможность воочию увидеть искусство златоустовской гравюры. Впечатляющая выставка из фондов Краеведческого музея Златоуста спустя 7 лет вновь посетила Копейск. Выставка «Сияя золотом и сталью» впервые потрясла воображение копейчан в 2008 году. И сейчас, в преддверии Дня города, мы снова обратились к нашим коллегам из Златоустовского краеведческого музея, чтобы сделать этот шикарный подарок нашим горожанам. Экспонаты на выставку выбрали в Златоустовском краеведческом музее, постарались выбрать самые красивые, самые изящные. Всего эта коллекция стоит 7,5 миллионов. Уральские мастера всегда брали вдохновение в природе, то есть они стремились изобразить мир вокруг нас, такой, каким он есть, и показать его красоту другим людям, тем, которые живут за Уралом, те, которые живут на Урале, чтобы они еще раз увидели, как красива наша природа. Каждый предмет выставки удивляет своей утонченностью, может, потому что выполнен с ювелирной точностью. Видное место в музейных витринах занимает художественное оружие 19 века. Ценность одного из этих клинков достигает 1,5 миллиона рублей. Среди экспонатов 20 века представлены изысканные панно, гравюры, различная посуда, медальоны, предметы интерьера и сувениры. Выполнены изделия из стали с техникой гравировки, золочения и синения. Своими глазами оценить масштаб и красоту выставки, представленную в Краеведческом музее, копейчане смогут до конца октября.